Заходим на 30-ю неделю и на последнюю перед Новым годом. Желаю всем удачи. Хорошо, как говорится, сбросить до Нового года, чтобы потом можно было кушать. Как говорится, все, что вам душа пожелает. Доброе утро, похудейки. Я вернулась к своим кефирчикам с мюсли и кофе с корицей. Кто-то мне писал, что там, они не знают, что там мюсли. У нас в мюсли все в порядке. То, что там написано, то там и есть в самом пакетике. Смотрите, какая чудесная прелесть. Белый шоколад, коричневый шоколад, и там такие маленькие печенюшки. Получается, кушаешь сразу вот такой милый десертик. Для веганцев и вегетарианцев. Рыбка, рис, гуляш, курочка. Вот я хочу вот это попробовать. Бурека с выпечкой, сладкой, с картошкой, с сливой. Доброе утро, похудейки. Мы уже вернулись с отдыха. И на завтрак у меня будет безглютеновая булочка вот такая. И кофе со вкусом корица. Всем хорошего дня, теплого. То, что у нас прохладненько. Доброе утро, похудейки. Как вы готовитесь к вечернему застолью? Я буду готовиться с кефирчиком, с мюсли и кофе со вкусом корицы. И уже со своей поездки я уже сбросила 900 грамм. Девочки-красавицы, как вы проводите свой день предпраздничный 31 декабря? Вот я нарезаю салатик с крабовыми палочками, кукуруза, лучок, крабовые палочки, сейчас яичко, соленый огурчик, майонезик. Так как у нас сегодня и завтра рабочие дни, у нас будет просто спокойный, тихий, семейный ужин. Всех-всех-всех поздравляю, знаю, что потом будет просто некогда. Всем желаю всего самого-присамого. Доброе всем утро. Не знаю, кто только лег спать, кто еще спит. А мы уже на работу с кефирчиком от Нува и кофе с корицей. Желаю всем хорошего, приятного Нового года. Доброе утро, похудейкам. Ну что, праздник продолжается. У меня будет кусочек тортика и кофе со вкусом корицы. Как прошли ваши праздники? Готовы ли вы к будням? Доброе утро, похудейкам. Если весы показывают нормальный вес, если вы не поправились, то можно на завтрак тоже маленький кусочек пиццы и кофе Nescafe со вкусом корицы. Всем хорошего сухого дня. Доброе утро, похудейка. У нас сегодня будет омлетик. Вернее, сказать, неудавшаяся глазунья. И немножко сыра, а также какао со вкусом мока. 4 декабря. Девочки, какие розы вы больше любите? Красные или белые?
Для любителей розовых роз природа у дома. Январь. Пчелки летают. А это для любителей желтых роз. Еще в бутончиках. Фирмы Life. Вот такие вот энергетические батончики. Это с яблоком и клюквой, и с шоколадом апельсином. Для ребенка взял вот такие вот фруктики. Сушеный ананас. Всего 74 калория на пакетик. Смотри, как прикольно сделано. Очень вкусненько. Такой приятный, неприторный. Класс. Дело было вечером, делать было нечего. Жарим блины. Нажарили панкейков, теперь можно их покушать. С медом, финиковым медом. Чаек Мальва Фигура Люкс. Творожком мягким от Тары. Ну и, конечно, наши блинчики. Всем хорошего ужина. Доброе утро, похудейки. Сегодня будет последний день проекта «Похудейка» на YouTube. Все, кто хотят, можете продолжать смотреть меня на Instagram. Но я считаю, на YouTube как бы нет смысла больше выставлять, потому что, в принципе, вес я сбросила. Я докуда мне хотелось, я его продолжаю поддерживать. В принципе, питание у меня как бы настроенное, однообразное, но это то, что работает лично для меня. Желаю всех успехов. Если вы хотите там видеть какие-то другие проекты или рецепты или что-то, пишите в комментариях, с удовольствием почитаю и отвечу на них. Всем хорошего дня. Смотрите, как красиво. Сколько чаек на воде сидит. Марине ждет. Ну, тоже там берем хлебушек, как бы овощи. Туда мы берем морковку, капусту. Нет, тут, то место они уже знают хорошо. А вот сюда. Вы когда-нибудь кушали сушеный арбузик? Очень приятная, вкусная вещичка. Как раз к празднику Тубишват. Привет, похудейкам. После 2 километров вокруг района у меня будет вот такая вот копченая рыбка Соломон и чаек Мальва Фигура Люкс. И это будет наш последний ужин на YouTube.